Многие считают, что по окончании школы нужно получить высшее образование. Но, как показывает практика, сегодня рынок труда нуждается в специалистах для сектора реальной экономики и сферы обслуживания. Мы с удовольствием в интерактивном режиме сегодня ребятам поможем где-то примерить на себя профессии, те, которые мы сегодня даем. Это продавцов, контролеров-кассиров, поваров, будущих технологов, будущих товароведов и так далее. Они с удовольствием, я думаю, примут участие в наших мастер-классах, которые проведут опытные преподаватели. Педагоги показали школьникам, как вырезать фигуры из овощей, готовить блюда и украшать их. Ученики наблюдали, как бармены делают коктейли, а затем сами дегустировали их. Будущим абитуриентам продемонстрировали возможности использования платков и шарфов в гардеробе современной девушки, а также научили юношей завязывать галстуки. Вдобавок, научили красивой сервировке стола и показали, как складывать салфетки разными способами. Студенты техникума рассказали выпускникам о том, что не жалеют о своем выборе. Я учусь в этом техникуме на технолога по питанию. Мне в этом техникуме очень нравится учиться. Преподаватели здесь очень хорошие. В рамках для профориентации сегодня студенты посетят центр реабилитации для несовершеннолетних Московского района и детский сад номер 5 города Чебоксары. Вместе с воспитанниками студенты будут готовить различные блюда, десерты. Мария Данилова, Александр Петров, Республика.